Еще одно ЧП произошло в нашем городе в среду утром. Из окна 5-го этажа 39-го дома на улице Энергетика выпала женщина. Пострадавшую увидели на газоне соседи и вызвали спецслужбы. Прибывшие реаниматологи стабилизировали состояние женщины. Через 20 минут сургутянку госпитализировали в больницу. У нее диагностирована сочетанная травма. Пациентка в реанимации в тяжелом состоянии около 40 лет. По предварительным данным, в квартире женщина находилась одна. Она, по словам соседей, воспитывает ребенка, который, предположительно, в момент ЧП был в детском саду. Полную картину происшествия устанавливают полицейские. Проводится проверка.